Здравствуйте, меня зовут Ильхом Умарахунов. Я работаю координатором проекта в Институте посвящения войны и мира. Когда-то давно, после окончания университета, мне предложили пройти курс по правам человека. Это был онлайн-курс. Сначала я очень скептически относился к данному курсу, к данной тематике, но потом все же решил пройти. Он был объявлен по всему Кыргызстану, и лучшие из учеников имели возможность пройти стажировку и тренинг в Женеве. Я прошел курс, сдал все экзамены, тесты, и потом вот меня выбрали, значит, нас двоих, нас было два человека с Кыргызстана. Мы поехали в Женеву, в доме ООН, у нас проходили тренинги, и вот с того времени я уже как 9 лет работаю в сфере прав человека. Я очень сильно люблю спорт, в частности, командные виды спорта. Я вот с детства играю в футбол, играл в футбол на профессиональном уровне. У меня были даже достижения. Мы, по-моему, с командой заняли третье место в чемпионате города Бишкек по мини-футболу. Также я очень люблю общаться со своими друзьями, проводить с ними время. Наше основное занятие, мы участвуем на различных видах интеллектуальных игр. Это паб-квизы, это квиз-найт, это IQ-челлендж, вот сейчас в городе появилась инквизиция. Это вот одно из таких для меня идеальных моделей времяпрепровождения. Меня пригласили в лагерь. Он был такой лагерь, который продвигал толерантность между разными этническими группами. В частности, там были представители арабского мира, представители иудейского мира, курды, много было с Африки, а также пару человек с Центральной Азии. И как бы потенциально дети были в конфликте между собой, они между собой не общались. Так вот там, в этом лагере, я был не участником, а я был как тренер. Что интересно, рядом с этим лагерем жила община, это было в Америке, жила община. Они были достаточно взрослые люди, это было около 40 семей, им было многим уже за 60 лет. Так вот, там я познакомился очень близко с исламом, хотя сам был, так сказать, страны, где большинство людей исповедуют ислам. Так вот, я был удивлен, что вот американцы, люди, которые уже как 40 лет исповедуют ислам. Мне было очень интересно, я начал с ними чаще общаться, узнавать, как так получилось. А они свою религию очень не показывают, у них нет каких-то внешних проявлений. Никто даже бы не догадался, что они исповедуют ислам. Они все это делают очень, так сказать, не то чтобы тайно, а не на показ, а очень так аккуратно, не афишируя, не бьют себя в грудь, не кричат, что вот мы мусульмане. А при этом они делают очень много интересных гуманитарных проектов, очень много проектов, направленных на установление мира, устойчивости, а также толерантности во всем мире. Вот с тех времен я решил быть практикующим мусульманином, хотя до этого я, конечно, говорил, что вот да, я мусульманин, но намаз я не читал, оразу я не держал. Хотя в школе у меня школа была очень религиозная, многие мои одноклассники держали, но я был, так сказать, более светским человеком, я не считал, что это нужно, что это обязательно. Также я у них, ну, уже более таким теологическим вещам научился, уже более, я знал, конечно, как надо молиться мне, ну, в школе я сам с юга, у нас есть такая практика, нас здесь на лето, летом отправляют в медресе, там мы проходим курсы. Базу я как бы знал, но более глубокие такие знания, более теологические аспекты я уже получил, узнавая у них. Они не проводят какие-то специализированные курсы, это просто вот на таких, на личностных отношениях вопросы-ответы. Вот с тех пор, ну, я стараюсь исполнять все каноны ислама. Помню, передача Владимира Владимировича Познера была, и вот он как-то там сказал, что бытие определяет сознание.
Во-первых, мы действительно должны быть прогрессивными. Прогрессивными в плане чего? В плане мы должны развиваться. А развитие, оно всегда предусматривает хорошее образование. Поэтому я очень большой сторонник хорошего образования, качественного, не количественного. Вот недавно была цифра, что, например, в Кыргызстане 64 вуза, а в той же Дании и Финляндии с таким же населением 14 и 16, соответственно. Ну, действительно, здесь не сколько критика, а сколько тревожность, что мы должны все-таки обратить внимание. Даже вот знаменитые ученые в исламе раньше, они все, многие читали Сократа, они изучали науку в целом, они не делили ее на исламскую, не исламскую науку, они изучали, был такой общий инклюзивный подход. Люди, которые исповедовали ислам раньше, они обращали большое внимание образованию. Они были лидерами в этой области, они были передовыми учеными, которые задавали тон, которые были первооткрывателями. Поэтому мы не должны это забывать. Внешние проявления веры – это очень хорошо, но все-таки мы должны также обращать большое внимание на наш внутренний мир, на то, какой вклад мы вносим в наше общество, полезны ли мы. Совмещать религию и работу – это не совсем и сложная задача. Когда-то я помню, передо мной стояла дилемма. Я иду в международную организацию, я ожидал, что у меня будут некие проблемы, что вот, ну а как я буду практиковать? В пятницу мне придется уходить. На самом деле было очень просто. Я сказал, давно существуют нормы, которые это все регулируют в любых организациях. Например, если уж жесткий график, то можно этот час компенсировать в другое время. А в плане исполнения молитв ежедневных, то в этом плане тоже никаких проблем нет. Во времени тоже много не уходит. Это наоборот даже структурирует твой день. Он делит его на сегменты, ты становишься более дисциплинированным. А также любые люди делают перерывы в работе, чтобы так немножко перевести дух, освежиться. Вот так в этом плане, скажем, религиозные обряды ежедневные, они тоже помогают в этом плане. Иногда бывает, ты очень злой, стрессуешь, а потом ты отвлекся, и возвращаешься обратно уже более такой, прошла такая некая перезагрузка. В 2000-х годах, как вы помните, была серия столкновений, было много таких, негативных моментов. Все они были связаны с исламом и с деструктивно-радикальными течениями. И у людей появилась некая исламофобия к такому образу мусульманина, который имеет бороду, имеет нетрадиционное одеяние для Центральной Азии. И поэтому у людей, возможно, вполне объяснимо появились некие страхи, некая исламофобия. Но со временем, когда люди могут встретить, альтернативного человека, который он одевается, он не отличается ничем от всех остальных в обществе, он такой же, как и все, но при этом он практикующий мусульманин. И вот люди, видя такой пример, немного меняли свое отношение. Конечно, хотелось бы всем пожелать мира. Самое главное, это должен быть мир, чтобы мы все были дружными. А без мира не будет ничего. Основное – это мир. И хотелось бы также, чтобы каждый начал с себя. Мы не должны кого-то осуждать, мы не должны кого-то обсуждать. Мы каждый должен начинать с себя, менять себя, быть примером. И когда ты сам хороший, когда ты сам делаешь правильные вещи, у тебя обязательно найдутся сторонники. И несмотря на всю пагубность, на все эти катаклизмы, плохие новости, которые мы каждый день слышим, все-таки царит у меня большой оптимизм. И сторонников, людей, которые готовы изменить этот мир к лучшему, они всегда есть. Я хотел бы также обратиться, я не
тот человек, который действительно что-то меняет в глобальном плане, вносит большой вклад. Мой вклад очень скромный, очень маленький, но я бы хотел обратиться к тем людям, которые стараются на своем энтузиазме что-то поменять, что-то делать. Я хотел бы сказать, чтобы они не опускали руки, обязательно у вас все получится. Таких людей у нас хватает в Кыргызстане, и мы вами гордимся. Не останавливайтесь ни при каких условиях. Продолжайте также развивать, продвигать мир в нашей стране.